Hola! Всем привет! Вы на канале Блондинка в Испании. Сегодня мы находимся в городе Малага. Поселились мы в отель, как называется, De Bambú Atarazanas. Вот отель такой интересный, он находится в центре Малаги, в старой части. Вообще Малага — это город на юге Испании, в Андалусии. Население приблизительно 600 тысяч человек. Муниципалитет находится в составе района Коста-дель-Соль и занимает приблизительно 395 километров квадратных. То есть очень большая, в принципе, город, большая Малага. Сейчас я покажу наш вид из окна на старую часть. Так, у нас, конечно, не на центральную улицу выходит окошечко, но... Смотрите, вот такие здесь старые отельчики, домики, узкие улочки есть. Вот. И мы находимся недалеко от центральной. Вон там, вот если посмотреть, вон там уже центральная улица и известная площадь. Сейчас мы пойдем туда все рассматривать. Здесь в центре в основном отели, квартиры для... съема, ну, для сдачи, я имею в виду, да, и очень интересная архитектура, все как я люблю, старинно, красиво, исторический центр прекрасный. Вообще мы в Малаге уже второй раз, мне она очень нравится, она зеленая, здесь есть выход к Средиземному морю, но, к сожалению, море здесь холодное, так как здесь есть холодное течение. Вот люди ходят, гуляют. Сегодня, правда, воскресенье, и людей не так много. Но сейчас мы пойдем в туристическую часть, посмотрим, что же там. Вот так вот. Номер у нас двухэтажный. Я уже говорила, в самом центре, не сказать, чтобы прям супер-пупер, но тепленький и красивый. Все, увидимся на канале Блондинка в Испании. Адьос!